Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем проходить Хитмана. Вот. Следующая цель у нас вторая. Вот. Но опять та же. Я что-то подумал так. И вот то, что мне пришло. То, что... я так думаю, что нас готовят к какой-то цели. То есть к какой-то жести. Вот. Если вспомните, когда мы проходили начало там. Сначала была миссия подготовка, то есть нас к чему-то подготавливали, да? И вот это задание такое же, вот. Ну, в общем, давайте начинать. Я посмотрю все-таки, что тут планирование. В общем, все то же самое. Или что? Подожди. В какую-то жесть идти я не хочу. Будем проходить как есть. Так, видите, следующий уровень. Вот, а следующий уровень у нас такой, что нужно... в общем, есть дополнительные камеры наблюдения. Вы попадаете на камеру, удалите улики в течение 2 минут. То есть я должен... Убрать слежку, то есть, чтобы нас камеры не засекли, и чтобы все было чисто, то есть, все это нужно сделать хорошо, и чтобы нас не заметили. В общем-то, все. Надо начинать, я так думаю, да? Все, начинаем. Так, ну, в общем-то, мы продолжаем с этого же места, да? Вот. Подготовку к чему-то или дополнение, в общем, непонятно. Я уже говорил в первой части, когда мы это снимали, не снимали, то есть рассказывал. В общем, проехали, пошлите уничтожать эти камеры, хотя я уже знаю, где они. Вот сейчас мы туда доберемся. И мы это все дело уберем. Так. Так, в общем-то. Вот он за чувачок. Да, конечно. Давай-ка ты. Отдыхай, наверное. Так, ну вот я сюда не буду тело прятать, в этот кабинет, потому что туда зайдут охранники и будет очень палевно. Я в прошлой серии вам не показал то, что тут, а тут находится... Открывай. Сейчас увидите, что находится здесь. Тут вон что. Если кто понимает, что это... Это этот самый. Блин. Как его сказать? Холодильник. Ну поняли. Куда ты? Тоже в холодильник. Понятно. Давайте, выходи, завязывай с этим. Тут тоже можно спрятаться, да? Видите как? Вот так. Типа вот тут это. Тоже покойник, да? И, в общем, таким образом можно подождать, сюда кто-нибудь придет и завалить. А вот интересно, кстати. А давайте попробуем, что будет. И что, меня уже все знают, что я тут. Как так? Я даже не успел сюда зайти. Мало того, что не успел зайти, я даже не успел показаться там. Или меня помнят, типа, или меня запомнили того с прошлого задания. Ладно. А, нет, кто-то идет, кто-то направляется прямо сюда. Нет? Ладно, все. Какие-то скучные. Все, уходим отсюда. Но... Но кому интересно, тут может попробовать посмотреть.
закрой двери. Посмотреть, попробовать, может быть, что-то с чем-то будет какое-то взаимодействие. Ну, я сомневаюсь, что будет. В общем, вот камера раз, номер раз. Вот. В общем, также переодеваемся в священника, ищем его этот костюм. Вот, наш, разумеется, прячем, потому что, чтобы уйти без проблем. Давай-ка ты открывай. Ключ остался с прошлой миссии. Ну, замечательно. Все, эту дверь закрываем. Переодеваемся тут, потому что... Ну, чтобы мы пришли сюда, переоделись и в чистом костюме ушли. Вот. Все правильно. Дальше нам сделать надо вот что. У нас ни ножика, ничего, да? В общем, валим вот этих вот чуваков. Тут мы берем ключ. В общем, все делаем как обычно. Тихо, давай-ка ты это... Выходи отсюда. Давай, выходи. Все. Давай. Вот и все. Так, сейчас мы этого оттащим, потому что... Сейчас могут идти охранники сюда. Сюда, давай, бросай. Так, вроде бы никто не идет. Да, никого нету. Ключ-то мы с вами не взяли. Не успели. Так, идем дальше. Ты это тихо. Ну-ка, иди сюда. Сейчас мы его оттащим также. Так, все, бросай. Будем его тащить. Ключ. У него, по-моему, есть еще один ключ. Нету? По-моему, был. Ну ладно. Нет, так нет. Так, теперь самое интересное. Куда я подымался и где я отключал камеры. Куда-то я ходил, а вот куда? Это, к сожалению, даже на запись не попало. Вот что. Понимаете, о чем я? Так, вы тут сидите, да? Отдыхаете? Нет, не сюда. Да-да-да, я вспомнил. Да ну еще один. Ну ладно. Я вспомнил. Это находится тут. Да. Ну это я так думаю, что это тут. Ну по идее это то, да? Все правильно я же сделал. Что еще раз, подождите. Так, наблюдение. Угу. Если вы попадете на камеру, удалите улики в течение 2 минут. А если я как бы уничтожил за мной слежение, как бы, да? Я же, получается, камеру выключил. Блин, я не знаю, либо в одну серию это все залезть, либо... Потому что, ну, по сути, это одно и то же. То есть, убейте так, убейте вот по-другому. Не знаю. Ладно, идем по старой схеме.
Наверное, скорее всего, я залью отдельно видео. Это будет отдельно, одно, потом второе, вторая серия. Наверное, так, потому что никто не будет смотреть сейчас. Так, подожди, пока спрячь. Вот этот чувак, он как-то странно появляется, я вам скажу. То есть, смотрите, он... Ты давай с этим завязывай. Вот как... Вот как тут появился, а? Чё там стоит? Ну-ка ты это... Включи его. Ага. Сантехник. А пусть он тут валяется. Пусть валяется. Ты же его не убьешь ножницами, я вот 100% уверен. Или убьешь? Не знаю. А давайте мы попробуем с этого раза завалить вот этой штуковиной глушителем. Давайте попробуем. А давай это спускайся, хватит там сидеть. Так, что тут? Ага, тут ничего не изменилось. Ну хотя бы какие-нибудь бы добавили там куда-то унести тело, куда-то спрятать. И тут что-то одно и то же. Будет камера, уйти как-то от камеры. А, ну по сути-то одно и то же, да, одна и та же миссия. Можно было в одну всю слить, да? Ну, сделать как первую часть миссии, да, которую мы выполняли вот до этого. В общем, сделать так же. А это не знаю. Ну ладно, посмотрю. Может быть, в один ролик все это сделаю. Так, ну что, где-то есть эти елки-палки. Давай уже, спускайся. А, то есть теперь охранники будут с ним спускаться, да? Или нет? А, нет, он идет сюда, наоборот. Просто так показалось, как будто он идет тоже туда. Слушай, ты давай, тут никого нету. Хорош что-то. Нормально так, да? Так, берем. Найдите выход. Точный выстрел. Да, испытание пройдено, быстро в голову. Красава вообще. Фух, да уж. Ух ты, давай-ка тут лежь. Угу. Так, ну все, выход, да? Да, ну все как обычно. Да, наверное, я залью в один этот все ролик, потому что, ну, одно и то же, ребят. Одно и то же, ничего для нас нового нету. Можно было и сделать одну миссию. Одну миссию, ну как, одну миссию и потом как бы сделать продолжение. Не знаю. Зачем надо было так все это создавать, не знаю. Ну ладно, это разработчики, тут ничего не сделаешь. Ладно, выходим. Выходим. Все, и нас никто не палит, мы ни в чем не виноваты, все хорошо. Можно даже выйти через этот главный вход, и нам ничего не будет. Вот так. Так, а теперь нам нужно найти выход.
А вот интересно, я могу уехать на этом драндулете? Я только могу создать утечку масла. Ну и очень плохо, а так мог бы сесть и уехать, да? То есть мне обязательно нужно идти к тому выходу. Еще, да? Ну, хотя бы выход бы переделали, да? Ну это вообще одно и то же. Куда? Выход где? Выход, хотя бы несколько выходов сделали. Это получается один только. Ну, в общем, что-то меня пока не очень это все зацепило. Ну, посмотрим, что следующее будет миссия. Может быть, одно и то же тоже будет. Так, поехали. Едем еще раз на лодочке. Миссия выполнена. Точно выстрел в голову. Но про камеру что-то я ничего не понял. Уровень 2. Так. Ну что, все, да? Больше мне ничего не покажут. Ладно, давайте нажмем Enter, посмотрим, что там будет. Так, да, следующий уровень. Ну ладно, давайте нажмем следующий уровень. Ага, теперь у нас три цели. Но вот эти уже можно проходить со следующего раза. Ну тут точно можно теперь прощаться с вами. В общем, все, ребят. Залью, короче, вместе с теми миссиями. Короче, там будет две миссии, и не надо будет париться. Вот и все. А тут я прощаюсь, подписывайтесь, и всем пока.